Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. С 10 июня по 15 июля движение по коммунальному мосту через реку Енисей будет ограничено на 5 часов с 23.00 до 4 утра. Об этом сообщает столичная администрация. Приостановка движения транспорта связана с проведением работ по реконструкции мостового перехода. Работы проводит ООО «Восток». Напомним, мостовой переход – это комплекс сооружений, возводимых при устройстве дороги над водотоком. В него входят мост, насыпи, подходов к нему, регуляционные сооружения, обеспечивающие плавный проток воды через отверстие моста без возникновения местных резких повышений скорости течения. Накануне проведено совещание по вопросу об улучшении условий проведения городского конкурса «Цветущий Кызыл». Были обсуждены вопросы в части добавления новых и исключения неактуальных номинаций, а также об увеличении охвата заинтересованных лиц для участия в конкурсе. В целях улучшения состояния экологии города, а также его красочного и эстетического оформления, планируется привлечь к участию в конкурсе индивидуальных предпринимателей и крупные организации. Призовой фонд конкурса «Цветущий Кызыл» составляет 380 тысяч рублей. Также со стороны Хурала представители города Кызыла будут выделены дополнительные финансовые средства в размере 15 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 июля текущего года. Эта рабочая неделя будет самой короткой за лето в связи с празднованием Дня России в предстоящую среду. Предпраздничный рабочий день 11 июня, вторник, будет сокращенным на 1 час, напомнили в Роструде. Таким образом, работать на этой неделе будем в понедельник, неполный вторник, потом в четверг и пятницу. Следующий дополнительный выходной будет уже только осенью, 4 ноября, в честь Дня народного единства. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому люди смогут отдохнуть 3 дня подряд. В Туве к 2-летнему освобождению от налога прибавляются еще 8 видов услуг. Это выпас скота, стрижка овец, пошив и ремонт одежды, текущий ремонт жилых помещений, изготовление фотографий, организация и проведение обрядов, то есть свадеб, юбилеев, в том числе по музыкальному сопровождению, организация и проведение экскурсий гидами и экскурсоводами, а также тренеров и инструкторов по фитнесу и бодифитнесу. Для того, чтобы воспользоваться льготным правом, такая категория граждан должна уведомить налоговый орган в соответствии с установленными правилами. После подачи уведомления самозанятые граждане освобождаются от уплаты налога с доходов, полученных в 2018 и 2019 годах. Отмечается, что в случае прекращения такой деятельности необходимо также подать уведомление в любой налоговый орган для снятия с налогового учета в качестве самозанятого физлица. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 65 рублей 4 копейки, евро 73 рубля 26 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Доме художников столицы проходит первая международная фотовыставка «Тува. Традициями столетий». Всего в ней приняли участие 40 работ 24 участников. Это фотографии не только тувинских фотохудожников, но и мастеров из Японии, США, Франции и Монголии, побывавших в республике в разное время. Это вторая экспозиция, представленная зарождающимся сообществом фотографов Тувы. Их цель – создание регионального отделения Союза фотохудожников России. Для этого регион должен быть представлен 5 членами Российского Союза. Пока в Туве их 2 – это Майол Чоду и Сергей Иловиков. Интерес посетителей вызвали фотографии министра обороны России Сергея Шойгу и главы Тувы Шалбана Караула. Отмечается, что 3-я выставка намечена на следующий год. После нее можно будет говорить о кандидатурах на вступление в Союз фотохудожников России. На осень планируют персональные фотовыставки, но конкретные имена пока неизвестны.
Тува готовится к 4-му межрегиональному фестивалю русской культуры «Верховье-2019». С 28 по 30 июня в селе Сизимка Ахимского района пройдут мастер-классы, конкурсы обрядового фольклора, народной музыки и традиционной малоенисейской ухи. Новшеством этого года станет чемпионат кулинарного мастерства «Блинный двор». По словам организаторов, старинный конкурс будет проводиться среди мастериц кулинарного дела, готовых поделиться старинными рецептами блинов. Весь необходимый кухонный инвентарь предоставят Министерство экономики и Агентство по делам национальности Тувы. Также идет прием заявок на участие в музыкальном конкурсе. Напомним, межрегиональный фестиваль русской культуры «Верховье» проходит в селе Сизимка Ахимского района Тувы с 2015 года. Призовой фонд, как и в предыдущие годы, составит 100 тысяч рублей. В Кызылском президентском кадетском училище проходят летние военно-полевые сборы среди 5-х и 6-х классов. Во время сборов кадеты закрепляют полученные теоретические знания на практике по разным направлениям. Это иностранные языки, русская литература, биология, история, основы безопасности жизнедеятельности, основы военной подготовки и другие предметы. Для повышения физической и спортивной подготовленности, а также эффективности работы по формированию у обучающихся социального и ответственного отношения к вопросам безопасности жизнедеятельности и умений правильно действовать в чрезвычайных экстремальных ситуациях, в училище прошли соревнования среди кадет 5-х и 6-х классов «Малые кадетские игры». Второй этап соревнований «Контрольно-туристический маршрут» пройдет в местечке Куктей Кызылского района. В центре СПИД установлен современный анализатор. Это компактная автоматическая иммуноферментная система на основе иммуноферментного флуоресцентного анализа. Удобный и простой в использовании аппарат способен обеспечить точные результаты тестов за короткое время. Пациенты могут узнать свой ВИЧ-статус спустя час после сдачи анализа. Аппарат позволяет узнать возможное время заражения пациента на основе анализа, количество антигена и антител. Также удобен при проведении массового скрининга населения во время проведения работ в эпидочагах по ВИЧ-инфекции. Анализатор выполняет как индивидуальные единичные тесты, так и комплексные, два анализа одновременно. Все стадии иммуноферментного анализа выполняются автоматически, вплоть до распечатки на встроенном принтере. В испанском городе Понтеведра завершили соревнования первенства Европы по спортивной борьбе. У россиян 5 медалей, но лишь одно золото – у Начина Мангуша. Тувинский борец завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В финале он одолел Ахмеда Думана из Турции со счетом 9-7. В этой весовой категории бронзовую медаль поделили Нику Катавейца, Молдова, и Камиль Керимов, Украина. Таким образом, Начин Мангуш стал чемпионом мира по вольной борьбе. Князь Смирно, как торжественного открытия турнира, слово представляется начальнику отдела льдинокарных сооружений «Аутолотинформ» Карлос Виктору Кузбушевичу. Торжественным открытием был дан старт республиканскому турниру по мини-футболу на Кубок ТВ-связь-Информа. Спортивное мероприятие приурочено 75-летию становления электросвязи Тувы и созданию отраслевого предприятия ТСИ. Цели этого турнира – за здоровый образ жизни. Наша компания постоянно проводит всяческие турниры спортивного характера, оздоровительного, культурного, массовых. Активно участвуем в республиканских каких-то конкурсах. Всего на спортивной площадке мини-футбольной лиги Тувы за главный приз в течение 2 дней боролись 22 команды со всей республики. В соответствии с регламентом турнира в каждой команде должен быть хоть один игрок от 40 лет и выше. Командам предстояло сначала помериться силами в групповом этапе, в стадии плей-офф, четверть и полуфиналах и в завершающих финальных играх. Так, очень отрадно, что все активно приняли участие и празднуют с нами наш юбилей.
Команды хорошо подготовились к турниру. Каждая имела свое лицо благодаря яркой и оформленной спортивной форме. Участники отметили хороший уровень организации соревнований. Рассчитываем на призы. Вот. Ну, у нас главная задача тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. И в спорт для себя, как бы, глобальных задач нет. Ну, желательно попасть в призы. Стоит отметить, что этот турнир стал очередным шагом компании «ТВ-связь-Информ», направленным на развитие интересного и полезного досуга для работников и членов их семей, а также на сплочение коллектива. Наша компания в этом году проводит не только спортивные мероприятия, но и культурно-массовые, оздоровительные, туристические. То есть мы можем, как говорится, констатировать факт о том, что мы уже покорили 3 горы, впереди еще несколько гор. То, что до осени еще много времени, мы покорим все остальные. В результате бескомпромиссной борьбы на футбольной площадке, за которой с азартом наблюдали болельщики не только воочию, но и посредством онлайн-трансляции на интернет-ресурсах ТСИ, определились лидеры. Кубок победителя турнира завоевала сборная команда «Наисылал». На второе место вышла команда «Можалык». Бронза досталась команде МЧС. Наградили также по индивидуальным номинациям. Лучшим бомбардиром признан игрок команды «Можалык» Минги Хамушко. Лучший защитник – Айдыс Хертек, представитель сборной «Наисылал». Лучшим вратарем стал Айдаш Хертек из команды «Эрги Барлык». Звание «Лучший игрок соревнований» присудили игроку команды МЧС Арзелану Сая. Из спецноминации «Лучший игрок среди ветеранов» удостоен Виктор Хавалык из «Наисылала». Все команды-победители были поощрены дипломами, медалями и денежными призами. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем порывы до 12. Температура воздуха ночью +9, +11 градусов. Днем +23, +25.